Вот третий день мы гуляем презентацию альбома, и про который я так долго рассказывал. Одна женщина купила, тогда их было только два еще диска. Она говорит, два диска называются одинаково, МРЗ. И я, говорит, этот МРЗ поставила дома, не работает. Вот, я говорю, гражданский, МРЗ, это даже надо специально в аппарат для МРЗ вставлять или в компьютер. Но зато на этих двух МРЗ, вот на этих двух, четырех МРЗ, 21 альбом, оказывается. Откуда столько песен? Вот, ну здесь и Пушкин, и Висбор, и Бродский, и, в общем-то, все мои песни. И, знаете, я это так рассказывал все время, вот про этот МРЗ, и потом сам на это же попался. В каком-то городе пришла записка, спойте там такую-то песню, и подписано «Женщины за ЗО». И я думаю, наверное, какой-то почтовый ящик в городе, какой-то секретный завод, вот. И оказалось, что это за ЗО. Оказалось, что это женщина за 30. Вот. Оказалось, что есть еще женщины за ЧО. Вот. Мне понравилось, как сказал Ермольник после юбилея. Он говорит, я после 50 себя прекрасно чувствую. Налейте мне еще 50. Вот следующая песня как раз называется «О чем размышляет мужчина, которому за 50».